θανάτου εξαιτίας σου. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία σου. Доброе утро, дорогие коллеги. Очень рада вас видеть, хотя и виртуально. Мы сегодня с вами продолжим серию наших вебинаров о замечательной Греции. И сегодня мы будем говорить с вами, друзья, о Родосе. Ну, я включила вам музыку. Обожаю греческую музыку, она какая-то такая просто будоражащая, с очень сильными голосами. Мне кажется, что вся Греция поет, и она очень классно умеет это делать. Итак, остров Родос. Остров Родос. Изумительный, красивый, древний, молодой, ну, как хотите. Вот мы сейчас стоим перед входом, перед воротами, перед воротами, которых 9, в старую часть города, столицы, которая точно так же, как и сам остров Родос, тоже называется столица тоже Родос. Окей. Перед вашими глазами сейчас карта Родоса. Карта такая не очень подробная, но карта Родоса, которая нам показывает, что остров-то не совсем большой. Остров не совсем большой. Если так округлить, 80 километров в ширину и 40 километров в
простите, 80 в длину и 40 в ширину. Остров Родос очень часто называют жемчужиной Средиземноморья. Ну, это правда. Это остров, который воплотил, впитал в себя так много истории, так много красоты, так много познаний, что то, что он как бы жемчужина, это неудивительно. Хотя мне кажется, что не греческий остров, то и жемчужина Средиземноморья. Остров входит в архипелаг Додеканес. Додеканес. Ну, если как бы чуть-чуть вспомним латынь, так с утра. Додеканес – это 12, и поэтому у нас в этот архипелаг так и входит 12 островов. Ну, самый известный из них – это, естественно, Родос. Ну, еще как бы дам вам самый известный остров Сими, куда мы с вами сегодня обязательно отправимся. Остров Кос, который, в общем-то, тоже достаточно известен нашему, не только нам, специалистам, агентам, но и рынку Украины, были чартерные программы на остров Кос, ну, остров Патмос и так далее. Будьте любезны, посмотрите, зайдите в интернет, который знает все, ну и посмотрите, какие 12 островов принадлежат к Додеканесу. Остров Родос – четвертый по величине греческий остров. В прошлый раз, в пятницу, мы с вами говорили о Крите, который самый большой греческий остров. Ну вот Родос, он четвертый по размерам. И вы знаете, что ценно, вот хоть это и такая теория, но я вам хочу сказать, что вся историческая часть острова Родос включена ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. И, знаете, вот это наследие, оно так хорошо сохранилось, что, ну, вот те туристы наши или мы, кто иногда ездим и смотрим какие-то там остатки античности или остатки средневековья, ну, как-то не все это любят. Здесь на Родосе средневековье сохранилось в потрясающем состоянии, в очень хорошем состоянии. Поэтому я понимаю ЮНЕСКО, и я понимаю, что остров Родос – это такая историческая ценность человечества. На острове 20 тысяч коренных жителей, коллеги. Но мы с вами отправляем, ну не только мы, а коллеги с разных стран, отправляем на Родос каждый год более 3 миллионов человек. Ну, легкое арифметическое действие – это в 150 раз больше туристов на острове в сезон, чем вообще самих жителей. 3 миллиона туристов на этот маленький остров, 80 на 40. 75% дохода бюджет Родоса получает за счет туризма. Ну, если бы я вас сейчас спросила, что самое-самое-самое известное на острове Родос? Ну, я уверена, что каждый бы из вас оставил, сказал, конечно же, что именно на Родосе было седьмое чудо света. Да, колосс Родосский, который был создан до нашей эры, колосс Родосский находился здесь. Вот и первая фотография, первый слайд, который был на нашей презентации, там как раз стоял, была фото с колоссом Родосским, который, к сожалению, не сохранился после очень мощного землетрясения, его ноги не выдержали, и он чух и ушел под воду. Остров Родос, что обозначает это слово, в переводе с древнегреческого Родос обозначает роза. И да, хочу вам сказать, что первое, остров Родос очень зеленый. Кто-то там говорит, да не очень он зеленый, господа, там как бы вот насаждения зеленые занимают огромную часть Родоса. А само слово Родос обозначает роза, так вот этих роз, ну, очень много на Родосе. Наверное, второе, что самое известное, что обязательно скажете вы, кроме седьмого чуда света, конечно же, все знают, что здесь, на Родосе, находится одно из таких, одна из самых популярных экскурсий и одно из тоже каких-то чудес, это, конечно, средневековый город крестоносцев.
средневековый город крестоносцев, которые пришли сюда в XIV веке. Они очень долго здесь были, но потом, когда Сулейман, а Турция, господа, просто вам напоминаю, она находится так близко, буквально, по-моему, 200, может быть, чуть-чуть больше, чем 200 километров, вот наш Родос и вот Турция. Поэтому Сулейману однажды не нужно было совершать какие-то там большие какие-то передвижения, все было очень близко, и, в общем-то, как бы 15 век, Сулейман приходит сюда со своим войском, ну и в этот период времени рыцари, которые здесь очень хорошо обосновались, они должны покинуть Родос и уходят, мы с вами прекрасно помним, рыцари уходят на остров Мальта. Раньше у нас был с вами Родосский орден рыцарей, нонче он Мальтийский орден рыцарей. Мне очень было интересно наблюдать, когда мы были на Мальте с моей коллегой, как вот развивается история, побыв на Родосе, потом перелететь на Мальту. Ну, как бы история вещи, конечно, потрясающая. Ну и вот здесь я вам написала, что величина острова 80 на 40. Ну и так, чтобы уточнить, за два часа можно объехать на автомобиле весь остров. Посмотрите на эту карту. Я вам здесь не показывала много-много-много курортов, но давайте мы с вами посмотрим такая северо-восточная часть. Вот город Ялисос. У нас с вами здесь будет много отелей. Следующий курорт Иксия. У нас с вами здесь будет много отелей. Затем идет столица Родос, ну и в том числе старая часть Родоса. И опускаемся по восточной части карты, скажем так. У нас будет здесь курорт Калитея. Запоминаем его. Но мы видим, что Калитея очень близко к старому городу, к столице. Ну, то есть по локации отели, которые находятся здесь в Калитее, ну, это очень выгодная, да, локация, потому что, вы знаете, приезжаем на Родос, конечно, не только ради моря. Море – это прекрасно, это святое, но, безусловно, и ради истории, и в эту историю входит, конечно же, и старый город. Опускаемся ниже, идут Фалераки. Ну, Фалераки – это любимый курорт наших с вами туристов. Фалераки – это когда очень активно, Фалераки – когда много всего, много шопинга, много магазинов, много таверн, много развлечений, много дискотек, ночная жизнь ярко выражена. Фалераки, ну так, если провести параллель, кто-то знает немножечко лучше Крит, но давайте проведем параллель. Херсонисос на Крите, Фалераки на Родосе. Ну, какая-то такая вот перекличка у них в активностях, в децибелах, если хотите, вот она присутствует. То есть, если очень много активности, конечно, в старом городе, то Фалераки идет как бы number one, number two после старого города на предмет всевозможных развлечений. Смотрим восточнее, курорт Калимбия. Калимбия, здесь будут у нас с вами курорты, еще южнее Линдос, изумительный античный Линдос, мы будем о нем говорить и как с точки зрения экскурсий, так и с точки зрения отельной базы. Ну и еще южнее Киотари, тут будет тоже парочку отелей. Просто pay attention, самая южная точка острова, это место, которое называется Прасониси, место, где сливаются несколько морей, место, где будет изумительный серфинг для ваших туристов. То есть помечаем себе, что Родос – это очень хорошо для серфинга. Ну, вот такая вот карта, не перегружая у вас, но рекомендую вот эти города, но это не города, а это эти курорты, запомнить по их месторасположению. Вы знаете, мы с вами уже проходили, когда говорили о Крите, когда говорили о нашей круизной программе, мы говорили, что Греция – это огромное количество островов.
что все греческие острова просто прекрасны. Да, это правда, это правда. Но при всей их как бы прекрасности у них, конечно, много общего, ну, одна страна. Но при этом, уважаемые мои коллеги, уверена, что вы со мной согласитесь, при этом каждый остров имеет свой фейс, каждый остров имеет свое лицо. Ну, например, очень так грубо и быстренько, вот мы говорили с вами про замечательный остров Милос. Ну как же он хорош. Если его охарактеризовать буквально одной фразой, я называю «милый остров Милос», где родилась Венера Милосская. Для меня этот остров очень показателен с этой точки зрения. Мы эту историю с вами рассматривали. Ну и, конечно, там потрясающие, в общем-то, бухты, пляжи, заливы. На Милосе это что-то... Ну, короче, милый такой себе островочек, красавчик такой. Ну, если мы будем с вами говорить про остров Санторини, ну, что всплывает? Да что всплывает? Вот эта белая голубизна с синими переливами моря, неба, ну, и самой кикладской архитектуры. Ну, Санторини вообще отдельная страница. Это остров, который один из самых красивых не только в Европе. И можно перебрать все острова греческие. Ну, мы сейчас про Родос. Так вот, понимаете, дорогие мои коллеги, дорогие, да, кто-то спрашивает, будет ли вебинар в записи, будет, может быть, завтра, может быть, послезавтра мы выложим вебинар. Как, в принципе, и выложен уже вебинар по Крит, по, простите меня, по круизам, а по Криту уже выложен, Настенька, по Криту уже выложен, уже два вебинара, вот, которые мы серию вебинаров делаем, уже выложены. Так вот, когда мы говорим про Родос, друзья, то у нас с вами будет возможность за 7-14 дней нашего отдыха прогуляться по разным эпохам. Я вам даже вот выписала. На Родосе мы с вами увидим, и, простите меня, даже пощупаем, нам, славянам, как-то вот без этого, ну никак, мы пощупаем разные периоды, разные эпохи. Мы с вами, находясь в Линдосе, бум в периоде античности. Мы с вами попадем в византийский Родос. 14 век – это когда сюда приходят крестоносцы в лице вот этого вот старой древней крепости. Мы это увидим. Мы с вами прогуляемся, и мы увидим, что здесь оставили, как архитектурно и как культурно наследили турки. 16 век они сюда приходят, и почти что 4 столетия они будут на острове Родос. И потом на очень короткий период времени, здесь, буквально на 36 лет после турок, здесь будут итальянцы. Итальянцы с их потрясающим вкусом, с их возможностью, как это, одарить человечество потрясающей архитектурой. Вот за эти 36 лет итальянцы здесь тоже очень много сделают. И вот перед нашим... Ну, а потом Греция будет воссоединена, да, мы это с вами знаем. И что я хочу сказать. Вот отдыхая, приводя в состояние здоровья свой организм, на Родосе мы с вами очень им очень многое сможем познать из истории. Хорошо, переходим к следующей странице, и мы с вами видим. Мы с вами видим, давайте сразу же обратимся, античность у нас будет чуть попозже, а вот сейчас мы с вами как раз будем в периоде Средневековья. 1309 год, на Родос пришли рыцари-госпитальеры. И более 200 лет они будут на Родосе. Вот одни из ворот, в которые мы, из 9, в которые мы можем войти вот в эту крепость. Ну вот, кто не был на Родосе, ну вот представьте себе, значит, вообще, вот эти вот оборонительные стены этой крепости, их длина 4 километра. И знаете, почему вам говорю эту цифру? Чтобы вам показать, как много здесь средневековья на Родосе. Как же 4 километра только стен, а внутри, как же там красиво внутри. И вот это
вот эта средневековая часть, которая есть в Европе, она великолепно сохранилась на Родосе, что мы можем с вами лицезреть. Ну и, конечно, продолжение на Мальте. А в остальных местах, да, средневековье ярко выражено, но как-то вот на Родосе, ну как-то ярко-ярко. Вот вам такой как бы еще одна фотография, один слайд. Вы видите, да, что за стенами средневековыми там у нас средневековый Родос. Мы можем пройтись по улице Рыцарей, да, по улице Рыцарей, и когда ты находишься здесь, то это такой, знаешь, impression déjà-vu, ты это уже видел однажды, уже в каких-нибудь французских, в греческих фильмах, когда средневековье вдруг оживает, и звучит музыка, и ты как бы переносишься вообще в другую эпоху. И здесь вот на Родосе, в старой части, это очень ярко, можно просто ощутить. Когда мы зайдем уже сюда, в старый город, да, ну, чего тут только не будет. Во-первых, тут по-прежнему живут люди, то есть и много очень жителей. Ну и, конечно, очень активная жизнь. Это шопинг, это таверны, это ночная жизнь, которая не прекращается. Ну вот, одно из очень любимых мест, куда все приходят. Приходишь ты там в час ночи, а здесь как будто бы вообще только утро занимается, потому что тут много веселья, много танцев, много музыки, народ пьет кофе, народ кушает, народ танцует, народ развлекается. Ну, для греков это очень характерно. Ну, а мы, кто приезжает сюда попутешествовать, конечно, как это, втягиваемся вот в эти настроения, которые нам дает сами греки, сами жители Родоса. Ну вот смотрите, вот на этой странице, я на этом слайде, я вам хочу вот что сказать. Вот правый слайд – это порт, это Родосский порт. И вот здесь вот на таких больших колоннах стоит олень. Вообще олени, как, знаете, как гуси когда-то спасли Рим, так когда-то олени спасли Родос. Тут было бесконечное количество змей, и именно олени как бы спасли город от того, что люди могли вымереть от укусов змей. И вот поставлено, там два оленя стоит в этом порту, это место, где очень много, морской порт, место, где публика очень любит гулять, и приезжие, и сами греки, и так дальше. И вот здесь вот чуть ниже я вам показываю такую маленькую как бы фотографию, ну вот это седьмое чудо света, но вот это, конечно, колосс Родосский, который, ноги которого не выдержали, и он ушел под воду, но одна из версий, что седьмое чудо света стояло как раз вот в этом месте, в порту, где сейчас установлены олени. Ну, версий несколько, и еще в другом месте якобы стоял колосс Родосский, но это было так давно, господа, это было до нашей эры, поэтому, ну, я не думаю, что это столь принципиально, где он стоял. Главное, что в те века, в те тысячелетия греки умели творить невероятное. Слева это знакомая нам улица Рыцарей, только уже при дневном освещении, а по центру, ну, что-то такое очень негреческое, согласитесь, что-то такое очень и очень турецкое. Ну, вы абсолютно правы, мы будем с вами говорить о том, что 4 столетия, как я сказала, здесь были турки, поэтому архитектурно Турция здесь, безусловно, тоже выражена, и это само собой. Ну, вот я вам и говорю, что в 16 веке Родос оккупировали турки. И вот здесь вам уточняю, что до Мармариса всего лишь чуть меньше, чем 300 километров. Да? То есть как бы влияние Турции, которая здесь на Родосе была почти что 4 столетия, ну, безусловно, оно было очень сильным, и это читается в культуре, это читается в архитектуре, это читается в чем там, в гастрономии и так далее. Когда мы говорим про вот этот средневековый старый город, ну, безусловно, одна из таких квинтэссенций – это дворец великих магистров.
Дворец великих магистров, когда здесь были турки, был достаточно сильно разрушен. И вот влияние итальянцев, которые здесь были совсем недолго, как я вам сказала, 36 лет всего лишь, то итальянцы, конечно, восстановили дворец великих магистров, они достроили этот дворец. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, на внутреннее убранство, шикарное убранство этого дворца, куда, конечно же, нужно обязательно сделать экскурсию, потому что перед нами пройдет просто вживую оригиналы 15-го, 14-го веков, 16-го веков. Вот сейчас я так как-то плавно у меня получилось перейти на итальянскую страничку. И вот итальянцы, которые были здесь совсем недолго, кроме того, что они очень много восстановили, итальянцы, ну, одного дворца великих магистров хватило бы, но они вот создают еще вот этот вот такой, ну, в общем-то, памятник «Путь на Голгофу». Это такая длинная аллея, которая, в принципе, воспроизводит путь Иисуса Христа, когда Он шел на Голгофу. И эта длинная аллея сопровождается вот такими, знаете, ну, это называется проскинетарии. Это такие достаточно мощные каменные плиты, в которые вписаны барельефы с изображением картин страстей Христовых. И вот эта длинная аллея, она завершается вот этим 18-метровым крестом, да, ну, такая как бы символика, безусловно. Внутри этого креста, 18 метров, это достаточно высоко, находится такая винтовая лестница, и по этой винтовой лестнице можно подняться, и вот уже, в общем-то, как со смотровой площадки наблюдать Родос с высоты птичьего полета. Это интересная экскурсия, которую, в принципе, ну и 100%, 70% туристов берет обязательно. Вы знаете, я чуть-чуть сейчас прерву вот эти как бы странички экскурсионные и перейдем сейчас с вами как бы к основной нашей части, к отельной базе. Но вы знаете, я встречалась с тем, что не все знают, ну вот, ну, может быть, в конце концов очень много новых специалистов. Я вам просто напоминаю, что с 1 января 2018 года в Греции взимается налог на проживание, и оплата происходит в отелях. Поэтому, уважаемые коллеги, вы, конечно, должны об этом говорить нашим уважаемым туристам, потому что налог не включен в стоимость программы, в стоимость тура. Он оплачивается только на месте, то есть хотельеры на ресепшн, они возьмут деньги. Ну, там, в общем-то, как бы копейки, 5 звезд, по-моему, за неделю, боюсь ошибиться, по-моему, 4 евро. Ну, у нас на сайте эти цифры есть. Не забываем этот момент, предупреждаем туристов, предупрежденный турист, турист благодарный. А сейчас я немножечко вас призываю поработать, заполнить таблицу, сейчас я вам покажу, какую таблицу, чтобы в конце вебинара, через час, час 10, час 15, мы с вами вышли не просто так вот, знаете, час посидели, послушали и все. Нет, выходим со знаниями. Я вам сейчас покажу таблицу, я так ее набросала не очень как бы ярко, но не в этом суть. Вот я уже говорила вам, когда мы говорили про Крит, по каждой стране, про Крит мы это сделали, теперь мы будем это делать, эту таблицу, по Родосу. Безусловно, у нас есть специалисты, которые великолепно знают Грецию, и им никаких таблиц не нужно, хотя как бы новые появляются отели, и я бы таблицу все равно делала. Для удобства, для скорости, и потом, когда у вас 100 с лишним стран, то таблица очень помогает.
Короче, господа, я сейчас буду говорить про отели. Так вот, будьте любезны, возьмите и отели 5 звезд семейные, возьмите и впишите вот в эту графу, которая перед вашими глазами. По горизонтали находим 5 звезд, по вертикали находим отель для семьи с детьми. То есть каждый отель имеет свой тоже характер. Семейный отель, отель только для взрослых, отель для молодоженов, отель, где хорошо всем возрастам, all inclusive, например. И вот если вы запишете во время нашего семинара для отелей 5 звезд, хотя бы 5 отелей, для отеля 4 звезды, хотя бы 5 отелей, для отеля 3 звезды, хотя бы 5 отелей. Господа, да мы с вами к концу семинара можем уже звонить нашему туристу, звонить и говорить: дорогой наш турист, дорогой наш Сергей, вы знаете, хочу вам предложить, и дальше по тексту. Поэтому будьте любезны, сфотографируйте таблицу или нарисуйте ее быстренько от руки, и все-таки в ходе нашего вебинара вносите вот эти кодовые слова, которые вам будут потом помощником в продажах. И начинаем. Я предлагаю, чтобы мы не прыгали с вами по всему острову, я предлагаю начать с района Ялисос, который находится фактически один из первых районов после аэропорта. От аэропорта регион Ялисос находится, еще раз обратно, на одну минуточку. Одна минуточка – это очень много, поэтому, уважаемая Аннет, будьте любезны, сфотографируйте вот эту таблицу. Просто чук, сфотографировали. Тут ничего тут нету сверхъестественного, здесь есть просто такая упорядоченность, которая, а порядок помогает. Супер, поехали дальше. Причем эти все графы вы можете дополнять какими-то там своими нюансами по отелям и так далее. Так вот, мы с вами давайте начнем с Ялисоса, потом будет у нас Иксия, потом у нас будет старый город, помните, да, старый город, потом у нас будет, что там, Калитея, потом будет Фалераки. Ну, нужно запомнить, как бы, с десяток новых слов, если вдруг кто-то не знает, нужно выучить. Развиваем память. Итак, район Ялисос, совсем недалеко от международного аэропорта и очень близко к старому городу, куда мы будем обязательно с вами ходить вечерами, ночами в старый город, чтобы пропитаться вот этой вот атмосферой, вот этими флюидами отпуска. Ну и дальше опять-таки по тексту. Начнем с отеля Электропалас Резорт Родос. Отель 5 звезд. Отель All Inclusive, а если точнее, All Premium. Классный отель. И вот здесь, дорогие мои коллеги, если бы я сидела на вашем месте, я бы уже вот в эту таблицу, в графу All Inclusive 5 звезд внесла отель Электропалас. И потом еще бы внесла этот отель в графу «Семейный отель», потому что этот отель, он действительно хорош для семейного отдыха. Тут будет достаточно много услуг для детей в том числе. Этот отель вообще как бы такой, знаете, поживший, повидавший уже виды. Если он построен в 1974 году, 80-90, то ему уже, извините, под 50 лет. Но, господа, не боимся вообще ничего, потому что мы предлагаем вам отели, которые хороши, несмотря на свой возраст. А иногда возраст – это вообще как бы показатель очень многого хорошего для наших туристов. Дворцы тоже как бы не молодые, и наши туристы в дворцах хотят жить. Ну, это так, параллель какая-то, аналогия. В этом отеле в 2016 году был ремонт, причем хороший ремонт. И постоянно проходят, как это, косметические ремонты. Поэтому отель, вот посмотрите, нижняя левая фотография, номер, ну, посмотрите, как он такой свежачок, как он хорошо выглядит. С точки зрения, опять-таки, колористики очень приятный. То есть отельная, номерная база этого отеля очень и очень хороша. Мы, конечно же, должны с вами знать, это один из важных моментов, когда мы говорим об
Отели мы должны знать, кроме локации, мы уже с вами сказали, кроме того, какой у него характер, а у него характер семейный. Боже мой, моя девочка, кто-то уже туда хочет. Правильно, нас уже двое. Давайте к концу, чтобы захотели все. Значит, мы должны обязательно сказать нашему туристу о пляже. Так вот, здесь пляж, во-первых, это первая линия, хотя в Ялисосе много отелей, которые через дорогу. Вот Электропалас как исключение, я бы их себе записала, это исключение, первая линия. В этом отеле пляж галечный, песчано-галечный, скажем так. Я очень люблю песчано-галечные пляжи Родоса, потому что здесь будет хрустально чистая вода. В этом отеле есть недостаток, и знаете, с чем я сталкиваюсь? А я сталкиваюсь, дорогие мои коллеги, с тем, что вы хотите этот отель, потому что, видно, его запомнили или его знаете, или в этот отель уже много отправляли своих туристов, и вы, в общем-то, когда идет речь про формат 5 звезд all-inclusive, вы хотите Электропалас. It's okay, это классно, только, господа, этот отель популярен, и бронировать его, знаете, как бы в неделю вылета, я думаю, что это будет такой, знаешь, пролет. Такой будет пролет, потому что в отеле будет стоп-сейл. Этот отель я рекомендую бронировать заранее. Мы учителя наших туристов, и поэтому, когда мы знаем, что какой-то классный отель, ну, безусловно, туристу нужно говорить, что ну не нужно откладывать на последний момент, ну не нужно думать, что тебя вот так вот просто ждет этот отель. Этот отель любят многие страны бронировать. Многие менеджеры говорят про этот отель своим любимым, уважаемым туристам. Ну, вот такое вот лицо у Электропалас. Значит, по локации изумительно, насчет реновации изумительно, насчет номерного фонда, соответственно, очень хорошо, с хорошим вкусом, дизайнерски оформленный, по питанию прекрасно, ну и все остальное не буду повторяться, хотя я люблю повторять для того, чтобы вы запомнили, но вы же записываете, коллеги, правда? Значит, дорогие мои коллеги, вот меня Ирина спрашивает, ну, уверена, что все знают, но не всегда все знают, потому что, опять-таки, много новичков. Остров Родос омывается двумя морями. Вот эта восточная часть – это Средиземное море, а вот эта часть, которая северно-восточная – это Эгейское море. Вот когда вы будете ехать вдоль линии моря, вы будете ехать, и если с вами будет знаток, он скажет, посмотри вот на эту линию. Какая линия в море может быть, думаете вы, смотрите на море и видите на море, ну как бы линию, и эта линия разделяет два характера, разделяет два моря. Вот с этой стороны море спокойное, а через линию шаг, а через линию море активное. Это Эгейское море. Два характера у этих морей. Эгейское море, оно как бы показано для серфинга. Оно бывает спокойным, безусловно, но в нем гораздо чаще, чем на восточной Средиземноморской побережье, гораздо чаще будут волны. Будут волны. Так вот, наш с вами отель Электропалас, так как это Ялисос, вспоминайте, пожалуйста, карту. Ялисос – один из первых курортов от аэропорта. Это такой восток, это Эгейское море. Это Эгейское море. Поехали дальше. Поехали дальше, и что мы здесь сейчас с вами увидим? Мы увидим следующий отель, который находится в Иксии. Идем пока мисс по пятеркам, и отель называется Atrium Platinum Luxury Resort Hotel and Spa. 5 звезд, те питания half board and full board. Иксия. Ну, помните, Ялисос, Иксия. Они как бы один в другой курорт переходят, и даже не поймешь, где тут Ялисос, где тут Иксия. Ну, это нужно знать. Вот этот отель, Atrium Platinum, мы с вами прекрасно знаем, что атриумов на Родосе 3.
Атриум на севере, атриум в центре, атриум Палас, и атриум престиж, ну почти что на юге, так вот юго-запад, да, это будет атриум престиж. Три отеля, атриум в разных районах острова Родос. Атриум Платинум, 10 лет, молодой такой себе отель. Очень его люблю. Ну, давайте рисовать картину, давайте воображать. Давайте воображать, он находится в Иксии. Иксия находится совсем недалеко от старого города Родос. 4 километра, господа, пешком. Нам же надо с вами пройти 10 тысяч шагов каждый день, даже если у нас отпуск. А 4 километра прекрасно. Мы с вами со своего отеля почапали в старый город, в предвосхищении встречи с этим изумительным средневековым городом, ну еще и как бы здоровье поправили, потому что 10 тысяч шагов мы забацаем с вами. Простите. Так что я хочу сказать? Хочу сказать, что по локации отель прекрасный. Как бы раз. Закладываем пальцы, как хорошо в этом отеле. Вписываем в табличку «Атриум Платинум», 5 звезд, питание видим и так далее. Уже смотрите, куда вам записывать. Знаете, если кто-то ленив, если кто-то вообще не заботится о своем здоровье и совсем не хочет 10 тысяч шагов ходить, ну, как говорится, господа, все в ваших руках, и здоровье в том числе, и ваше будущее в ваших тоже руках. Ну, не хотите? Буквально в 100 метрах от отеля находится автобусная остановка. Буквально там евро-2, сели, и за несколько минут вы окажетесь в старом городе. Что мы должны знать про этот отель еще? Вы знаете, как-то здесь очень сложилось с питанием. Вообще с питанием сложилось во всей Греции, и мы с вами это знаем. Мы с вами прекрасно знаем, что средиземноморская гастрономия, она очень и очень полезная. Ну, я не устаю повторять десятилетиями, что реки очень долго живут, да, они долгожители, ну, потому что много факторов, ну, три я для себя выделила, вот один из факторов я вам называю, что у них очень правильное питание, у них очень классное питание, у них ну вот просто то, что нужно нашему желудку. Вот здесь в атриумах, в принципе, и в атриум платинум, потому что мы о нем сейчас говорим, здесь с питанием очень хорошо, просто как бы публика, наши с вами туристы приезжают, звонят и говорят, что ты знаешь, там такие морепродукты, ну и класс. Мы должны сказать, что пляж буквально в 100 метрах, да, 100 метров, но это много или мало? Ну, это 100 метров. Лежаки тут будут платными. Лежаки здесь будут платными. Вход в море достаточно удобный. По отелю Атриум Платинум я даже не знаю, что вам сказать, что меня тут настораживает. Люблю этот очень отель. В нем прекрасная цена за лежаки. Вы знаете, ну вот сет, то есть два шезлонга и, скажите мне, что и зонт, могут стоить, ну, в пределах 3-4-5 евро. Все-таки как бы каждый год это меняется цена, да, у каждого отеля она разная, поэтому я вам не буду говорить, что это 2,5 евро. Давайте округлим, пусть это будет дешевле, туристам будет только приятно. Но давайте мы умножим даже 5 евро на 7 ночей, да, на 7 ночей, 5 у 7, 35 евро, но если турист как бы едет на Родос, ну и оплатит там 35 евро за лежаки и зонты для своей семьи, ну, как это по-русски, некрасиво говорю, ну, это небольшая статья расхода, да, 35 евро за лежаки, хотя это будет дешевле. Ну, даю вам оценку из Top Hotels по поводу отеля Атриум Платинум. 4,75 балла из 5. Ну, то есть, как бы показатель очень хороший. Люблю атриумы и, в частности, Атриум Платинум. Посмотрели номерной фонд, как он в хорошем состоянии, увидели здание, это высокое здание, наверху на крыше будет красивая панорамная площадка, бассейн изумительный, много зелени подступающей, ну и опять-таки рядышком старый город.
Следующий отель, который называется Sheraton Rhodas Resort 5 звезд, и питание, вы видите, находится в Иксе. До центра 4 километра, до аэропорта 9 километров. То есть по локации тоже сразу же понимаете и рисуете себе картину этого отеля. Ну, что тут рисовать, когда Sheraton – это сеть, да? Sheraton – это сетевой отель, и поэтому у него все очень хорошо со всеми сегментами, которые могут интересовать нашего клиента. Это и отель, номера, база номеров, это, безусловно, и локация прекрасная, уже прошли через, сказали об этом, это, конечно же, очень хорошее питание, это, конечно же, великолепный сервис, в Sheraton всегда этим славится. Ну, а пляж песчано-галечный, и так как это регион Икси, то пляж будет через переход. В этом отеле будет много анимации, в этом отеле ремонт каждый год. Ну, вот последний ремонт был в 2011 году, в 2018 году обновили матрасы. То есть Sheraton очень поддерживает свой левел, да, поэтому все наши с вами туристы, которые отдыхают в этом отеле, ну, получают только истинное удовольствие. Обожаю этот отель, точно так же, как и Amatas Beach Hotel, который 5 звезд, который предлагает разные типы питания, bed and breakfast, half board и all inclusive. Ну, знаете, для тех туристов, которые очень любят ходить по греческим тавернам, bed and breakfast прекрасен, потому что Amatas Beach, дорогие мои друзья, вам видна картинка сейчас отеля Amatas? Нежно. Amatas Beach, да? Да, видно, замечательно. Значит, смотрите, Amatas Beach. Во-первых, пляж через дорогу. Это мы с вами понимаем. Пугает ли это? Ну, пугливых пугает, а смелых отнюдь. Тысячи и тысячи клиентов отдыхают в этом отеле. Amatas Beach – высотное здание из 11 этажей. Кроме того, здесь есть еще более как бы новая постройка, которая называется Amatas Elite Suites. Amatas Elite Suites – это такие как бы бунгало, которые более новые по сравнению с основным корпусом, ну и такой более престижные номера, более дорогие номера. Там великолепный центр спа вот в этом Amatas Elite Suites. Ну, то есть две части, да, я вам сказала, две части. Ну и на фотографии вы, в принципе, это видите. Мне кажется, что это один из отелей, который очень и очень зеленый. Ну, очень зеленый, здесь такой как бы парк. И, конечно же, здесь очень приятно прогуливаться. На крыше основного здания расположена терраса с бассейном и рестораном. Ну и, естественно, отсюда будет открываться великолепный панорамный вид. Этот отель, в общем-то, показан и для всех категорий туристов, и для VIP-овской публики у нас с вами есть Amatas Elite Suites, и для публики, которая хочет платить немножечко дешевле, и для деток, то есть для любых поколений, тем более, опять-таки, что по локации Amatas Beach дает огромный спектр возможностей с точки зрения экскурсии, с точки зрения нахождения старого города. Но вы уже немножечко как бы понимаете, потому что карту вы следите, мы с вами недалеко от старого города. Окей, поехали к следующему отелю. И мы сейчас с вами будем говорить про отель, который называется Rhodas Palace Resort. 5 звезд, находится в Иксе. Он уже дешевле, чем предыдущие отели, о которых я вам уже успела рассказать, поэтому можете себе этот момент тоже пометить. Это самый высокий отель, кстати, самый высокий отель. У него реновация не произошла до седьмого этажа, а вот выше седьмого этажа реновация в номерах премиум была. Вообще, знаете, это отель, конечно, такой, как улей.
он такой жужжит, потому что здесь часто проходят конференции. И поэтому я первый раз, когда отдыхала в этом отеле много лет назад, я что-то не понимала. Я не очень все понимала, потому что какие-то вдруг костюмы, вдруг какие-то галстуки, вдруг какой-то, понимаешь, каблук-шпилька. Минуточку, я говорила себе, я вроде бы как бы без шпилек приехала, потому что я в отпуске. Да, конференция. Конференция Rhodes Palace Resort. Вот. Есть номера с животными, которые можно даже размещать. Есть небольшой аквапарк. Ну, такой маленький нюансик. Пляж. Посмотрите, пожалуйста, какой пляж. И вот эти номера, которые премиум, которые были реновированы, посмотрите, они, в общем-то, очень и очень хороши. Переходим к отелю 4 звезды, который находится в регионе Ялисос. Мы с вами на Эгейском море, уважаемые коллеги. Мы на Эгейском море. Посмотрите, какие прекрасные широкие пляжи. Мы будем говорить с вами про отель Sun Beach Resort 4 звезды, который предлагает разные типы питания. Без питания, half board, bed and breakfast, all inclusive. Отель состоит из двух зданий. Да? Вот есть как бы здание Sun Beach Apartment. Это своего рода прекрасная квартира, фактически в центре чего? Событий. Старый город близко. Оно, вот эти вот апартаменты расположены прямо на песчано-галечном пляже. И вторая часть, вернее, второе здание, оно условно, ну, даже не условно, оно называется Sun Beach Resort Hotel, буквально в 40 метрах вот от первого здания. Территория очень зеленая, пляж, вы видите, широкий, длинный, песчано-галечный, и этот отель, конечно, очень показан для семейных пар. Здесь очень много в этом отеле услуг для детей. Позапрошлом уже году, в 2019 году, была такая достаточная значимая реновация некоторых общественных зон. Дорогие коллеги, вот у нас с вами разные типы питания. У нас семейный отель, у нас отель 4 звезды. Мы можем с вами заполнить графу в нашей таблице. Просто подсказка, потому что вы можете это забыть. Можете это забыть. Так, следующий отель, тоже 4 звезды, это тоже Ялисос, это Blue Horizon Palm Beach and Bungalow. Очень хороший отель, со многих позиций, с точки зрения ценовой политики, с точки зрения озеленения, с точки зрения локации. Здесь есть эконом-вариант номеров, да, которые, в общем-то, достаточно неплохие, но вообще, когда мы говорим про промо-номера, про эконом-вариант номеров, вы знаете, всегда все-таки смотрите вот самую дешевую категорию, вот промо-номера, и следующую категорию, ну, например, там стандарты. Там всегда разница не очень большая, но для того, чтобы все-таки создать классное впечатление туристов от отдыха, ну, иногда не стоит сэкономить там лишние 50, 100, 40, 70 евро. Ну, наверное, все-таки эконом-вариант – это такой момент часто очень для промоушен, да, для привлечения и туристов в low season. И эти номера, ну, не самые лучшие, да. Если там реновация в других была, то в этих номерах не всегда она будет. Ну, имейте в виду эти моменты. Superior Bungalow, реновированный совсем недавно, 18-19 года, вот в этом отеле, который очень и очень популярный. Сказала вам, что зеленая территория и лежаки есть даже не только на пляже, но и, безусловно, вот на этих зеленых покрытиях. Но обычно, знаешь, может быть так, что возле бассейна бесплатно, и на зеленых территориях, на лужайках, лежаки бесплатные. Вот в этом отеле, и вы должны об этом вашим туристам сказать заранее, здесь лежаки, даже те, которые на газоне, они платные. Вот, ну, вот так вот решил отель. А почему он так решил? Да потому что он популярный, и он понимает, что он не отпугает своего туриста, который и так к нему приедет. Почему? Да потому что хорош, отель-то хорош. Пляж песчано-галечный, но вот мы с вами уже Ялисос и Иксию проходим и видим, что в основном песчано-галечные пляжи, да?
Следующий отель, который мы будем с вами рассматривать и который, безусловно, вам интересен, друзья, это у нас идет уже такой эконом-вариант туров. Да? Сейчас вот несколько отелей 3 звезды я вам набросаю. Возле бассейна бесплатно, Юлия, вы меня спросили, там бесплатно. Значит, отели 3 звезды. Это отели городского типа. В вашей таблице найдите, пожалуйста, или допишите графу «городской отель», потому что у нас с вами есть много туристов, которые не любят городские отели, есть много туристов, которые любят городские отели. Классные, городские, недорогие отели. Итак, отель «Агла Хотел», 3 звезды, городской отель в столице Родоса. До пляжа 50 метров. Классно? Классно для троечки. Реновация в 2010 году. Номерной фонд, ну вот смотрите, пожалуйста, справа фотография. Номерной фонд в хорошем состоянии. До старого города буквально рукой подать, ну там 5 минут пройти, и вы опять-таки, как это, в активностях. По источникам, которые оценивают, я не знаю, там топ-хотел, откуда я брала, не помню, 8,3 из 10 баллов. То есть оценка очень хорошая у отеля «Агла Хотел». Как это? Дешево и сердито. Ну, вот тут я вам дала маленькую карту, но я смотрю, конечно, на у вас она... плохо видно города, но все-таки, вот видите, Ялисос и Иксия, какое море, вот здесь уже, вот здесь, вот в этих местах уже идет, когда Эгейское море и, скажите мне, какое, и Средиземное море встречаются. Скажите мне, пожалуйста, вернее, вот по карте вы не очень хорошо видите, но догадываетесь, да, вот Ялисос слово, вот Иксия слово. Все-таки, и вот мы уже поворачиваем, и здесь мы уже в районе столицы. Следующий отель, тоже недорогой, тоже с высокой оценкой, 8,3. Отель, который называется Манусас Сити Хотел. 3 звезды, городской, до пляжа 150 метров до пляжа. Вот в этом отеле много ночных развлечений. Много ночных развлечений. Поэтому в этом отеле много молодежи. Причем молодежи с разных стран. Да? И знаете, вот некоторая английская, там, голландская молодежь, но она такая веселая. Ну такая она, понимаете, и она веселится 25 часов в сутки. Ну вот не может остановиться, когда она в отпуске. Поэтому здесь как бы такая веселуха отмечена. И если вы будете отправлять какую-то такую достопочтенную пару, которая, ну, как бы вот к шуму, как-то к молодежи относится очень хорошо, но когда это все со стороны. Поэтому, ну, будьте, как это, будьте внимательны к возрасту и как бы ищите из большого количества отелей, которые не столь шумные, скажем так. Но вот эти две тройки, которые я вам показала, обратите на них внимание. Поехали дальше. Мы с вами продолжаем рассматривать недорогие отели. Мы с вами прекрасно знаем отель, который называется Киприотис. Киприотис. Все, нету Киприотиса, он стал Экс. Это уже как бы такая девичья фамилия ушла, и у него теперь другая фамилия, и он называется отель Родос Хорайзон Блу. Ну, как видите, Экс. Киприотис. 3 звезды, bed and breakfast. Отель тоже городской. Отель only for adult. Отель only for adult. То есть здесь уже будет поспокойнее, поспокойнее. Поэтому, когда мы с вами говорили о предыдущем отеле, где молодежь гудит, шумит, не, простите, ну, очень активно отдыхает, то не будем сюда как бы почтенную публику отправлять. Вот у нас с вами есть Родос Хорайзон Блу, где only for adult. И здесь уже не будет как бы детей, здесь не будет шума. Молодежи здесь чуть меньше, чем в предыдущем отеле, как-то так говорит статистика. Этот отель реновирован в 2020 году. Он в 50 метрах от классного пляжа, к
который имеет голубой флаг. Через дорогу, пляж через дорогу. Ну, здесь великолепное расположение. Просто уже больше не буду повторяться. Мне кажется, вы меня услышали, потому что все рядом. Балл 8,4 балла из 10 достаточно хороший. Следующий отель, который тоже у нас с вами 3 звезды, который без питания, потому что, господа, мы с вами прекрасно понимаем, городской отель, рядышком таверна на таверне, и таверны погоняет. Поэтому хотельеры как бы просчитали, и с точки зрения финансовой они прекрасно понимают, что мы будем делать как бы питание в отеле 3 звезды, питание не столь дорогое, но туристы уходят в таверны, туристы уходят в город. Вот, поэтому в данном случае они сочли с точки зрения маркетинга, что будет выгодно иметь отель «Цена поесть на человека в тавернах». Сейчас отвечу. То есть здесь без питания. Ремонт в 2015 году. Это есть хорошо. Номера есть с кухонным блоком, то есть можно себе пожарить, отварить что-то быстренько на завтрак. Опять-таки, достоинство этого отеля, безусловно, локация. Безусловно, локация. И здесь получается так, что до пляжа на Эгейском море 1 минута, до пляжа на Средиземном море 10 минут. Ну, вот кто-то из вас, по-моему, Ирина, наверное, спросила, на каком море находятся вот предыдущие там какие-то отели. Ну, господа, когда Эгейское и Средиземное море, они как бы вот просто одной чертой отделяются, то можно себе пойти и на спокойное море Средиземное, можно пойти на активное море, которое Эгейское. Отель «Европа Родес» 3 звезды находится от старого города в 600 метрах. То есть мы опять-таки рисуем себе картину, что будет делать турист в этом отеле. Ну, если бы я жила в этом отеле, ну, вечера и ночи я бы точно проводила в старом городе, потому что там светло, как днем, и потому что там весело, гораздо веселее ночью, чем днем. Днем чуть поспокойнее, потому что народ на пляжах, народ на экскурсиях, ну а ночью все выходят и отрываются по полной программе. На предмет поесть в тавернах. Ну, значит, скажу так, что первое, порции у греков очень большие. Да, порции у греков очень большие, и те как бы некоторые туристы, которые едят не очень много, одну порцию можно поделить пополам. Ну, это так, как бы нюансы, просто рассказываю. Можно поесть по-разному. Можно поесть на 15, на 20, на 25, на 30 евро. Но если вы хотите, чтобы я вам сказала как бы более низкую стоимость, я вам ее скажу. Смотря что возьмете, за 10, за 15 евро, в принципе, вы поедите. Но если хотите немножечко какой-то классный фужер, бокал вина, ну, чуть-чуть подбавьте там денег. До 20 евро вы можете себя чувствовать великолепно. Ну и не будем кушать в самых популярных, ну, говорю вам прописные истины, что чем дальше в глубину от центральных улиц, то там как бы будет подешевле еда. И кто сказал, что она будет хуже, отнюдь, потому что там едят сами греки. Но это прописная истина, которую мы с вами замечательно знаем. Еще одна тройка, которую, господа, я очень люблю. Она называется «Пелея Бич». 3 звезды. Рейтинг 4,6 из 5. Завтрак и ужин. Находится в Ялисосе. Да? То есть недалеко от аэропорта, 9 километров до Родоса. Автобусная остановка совсем рядышком. Вот такси, ради бога, вообще никаких проблем. Можно подэкономить. На автобусе подъехал за копейки. Отель 2000 года, последний ремонт был в 2010 году, состоит из 3 корпусов, лифта нет, поэтому как это, вот это бы я пометила и не отправляла бы в этот отель туристов, которые имеют проблемы с ногами, не отправляла бы. А если бы и отправляла, то написала бы обязательно в резервации, будьте любезны, первый этаж, потому что, вот, но никто это не прогарантирует. Поэтому как это делаем, особенно высокий сезон, заботливо относимся к выбору отелей. Рядышком аквапарк.
Поменяли в отеле холодильники, кондиционеры, телевизоры. Фактически, по-моему, 100%, ну, может быть, там 99% номеров с видом на море, что есть прекрасно. Пляж галечный, не очень далеко, в 200 метрах от отеля, через неактивную дорогу. Ну, вот смотрите, много зеленых фрагментов на территории. Ну, отелю, в общем-то, 20 лет, да, отелю 20 лет, поэтому, как бы, деревья стали большими. Знаете, у меня в этом отеле было много моих коллег, знакомых в Пелее-Бич. Более того, директора некоторых агентств ездили в этот отель не один и даже не два раза. Они выбирали его, и вот мой коллега замечательный тоже был в этом отеле. Я говорю: расскажи мне, пожалуйста, все нюансы, все недостатки. Потому что, как бы, о достоинствах, собственно, как бы, мы и так знаем. О недостатках давайте поговорим. Вы знаете, не знаю. Ну, давайте доводить. Эгейское море, то есть море будет поактивнее. Об этом мы предупредим туристов. Но, вы знаете, вот мой коллега, когда было активное море, он прошел 500 метров, сел себе на автобус за какой-то евро-2 и доехал до Средиземного моря за несколько минут. Ну, сколько там, 9 километров, да? Вот, то есть вот вопрос вот этого вот недостатка, если это можно так назвать, Эгейского моря, он решается элементарно. Это как бы раз. Как бы два, я вам хочу сказать, что вот этот мой же коллега, который отдыхал в этом отеле, очень позитивный человек, знаете, как бы можно смотреть, простите меня опять-таки за банальность, можно смотреть на полупустой стакан, и он будет для него всегда пустой. Мой коллега смотрел на полупустой стакан, и он для него был заполнен. Так вот, из-за того, вот точно так же и про Эгейское море. Когда очень жарко, когда август месяц, то вот это вот легкое волнение моря, вот этот легкий бриз, да, который сильнее, чем на Средиземном море, то здесь в этом есть даже плюс. То есть можно находить и свои плюсы. Вы знаете, я про Пелею-Бич больше не буду говорить, потому что отель, в общем-то, для специалистов, которые продают не первый год Родос, отель Пелея-Бич в формате трех звезд – прекрасная тройка. .ua. Когда лучше лететь в Грецию отдыхать? Аннет, я вам скажу, когда лучше отдыхать. Изумительно май. Просто потрясно. Изумительно сентябрь, переходящий в октябрь. Это когда не будет вот этой вот жары. Вообще, как бы, остров Родос – это остров солнца. Там солнца очень много и все дни в году. Конечно, июль-август, начало сентября – это жарко. Но, простите, у нас и в Киеве жарко. Вот, поэтому, если мы говорим, что вот приходит к вам турист, который говорит: ты знаешь, я вот так не люблю жару, ту-ту-ту, май месяц – наша тема, июнь месяц – наша тема, и море уже будет достаточно теплым, особенно к концу мая. Да? Надеюсь, что я в мае холодное море. Ну, вот в начале мая, ну, это будет где-то, наверное, градусов 19-20. А вот уже к концу мая мои дети, которым там было по 7, 8, 9, 10 лет, и они ездили, сейчас я вам скажу, в конце мая, it's okay, они плавали, маленькие дети. Поехали дальше, и мы с вами приезжаем в отель, который называется... немножко подвисло. Нет, все прекрасно. Отель, который называется Esperas Village Blue and Spa. 5 звезд. Коллеги, мы с вами сейчас уже в регионе Фалераки. Помните, мы с вами по восточной части, уже вдоль Фалераки, это уже Средиземное море. Это уже достаточно спокойное Средиземное море. Это изумительный курорт Фалераки, который, я говорила, ну, как бы второй по, не по значимости, нет, а второй по активностям после старого города, после, ну, и после, как бы, столицы, да, Фалераки, где много всевозможных развлечений, где много классных отелей, магазинов, дискотек, не буду повторяться, то есть Фалераки – это окей.
И более того, до старого города, господа, 12 километров. Как же удобно, как удобно. Но я вот такую локацию обожаю, потому что мне хочется как бы как можно больше быть в тех местах, которые красивые, которые историчные, которые экскурсионные и так дальше. Ну и никто не запрещает, а наоборот, посидеть где-то там под платанами в старом городе, покушать морепродукты, попить греческий кофе, да, на ужин поехать, да супер. Отель Esperas Village, only for adult. В нашей таблице, будьте любезны, помечаем. Вторая линия моря. До моря, в общем-то, до пляжа 15 минут. Но постоянный трансфер. Хотельеры, понимая, что этим они могут не привлечь, а отвлечь, что все-таки как бы до моря 15 минут, они заботятся о туристах и делают постоянный трансфер. Да? Это есть замечательно. Отель обновленный, и в принципе он великолепный, он один из лучших отелей, несмотря на то, что нам нужно подъехать, ну а для тех, кто любит двигаться, в общем-то пройти и увидеть лишние красоты, никто не отменял. Нет-нет, это не VIP-отель, это хорошая пятерка, Юлечка. Отель расположен на зеленом холме, на такой возвышенности, среди зелени, среди сосен, опять-таки, как это здорово и здорово, среди кипарисов. Ну, я вот пишу, что возможен для VIP, но вы понимаете, VIP-ы, они капризные, поэтому мы предупреждаем о том, что это отель, когда вам нужно будет к морю подъехать, и это будет не индивидуально, а может сесть кто-то вот в этот бак, может сесть кто-то другой, и это не запрещено. Поэтому если с точки зрения предупрежденного туриста, то номерной фонд здесь очень и очень хороший, потому что отель реновированный. Люблю этот отель. Это отель, который относится к цепочке отелей Esperia Group, а это всегда очень и очень хорошо. Следующий отель немножко у меня подвисает. Ну, сейчас вот появилась картинка. Следующий отель, мы с вами в регионе Фалераки. 5 звезд, all inclusive. Амада Колоссас Бич. Ну вот верхняя фотография показывает, что это такой как бы большой комплекс, да, большой комплекс. Этот отель перестроен в 2018 году, и при этом, безусловно, дизайн номеров, нижняя фотография центральная, дизайн номеров очень приятный, и цветовая гамма, и текстиль, и мебель. Здесь все очень и очень славное. Отель Лысоват. И об этом нужно сказать. Но, вы знаете, здесь так много как бы преимуществ, что, опять-таки, если турист знает, что отель Лысоват, ну, воспринимается все достаточно спокойно. Песчано-галечный пляж. Это такая турецкая концепция. Ну, мы видим по размерам, что тут так все с размахом. Турецкая концепция, поэтому ваши туристы, которые там десятилетиями отдыхали в Турции, ну, почему нет? Не предложить им этот отель. Здесь будет три пакета, да, Golden при стандарте и Family Diamond в номерах Junior Suite и лаунж-зона и неограниченное пользование брендовыми напитками и ресторанами а-ля карт для номеров Elite и для номеров Suite и индивидуальный трансфер. Большой отель с хорошей локацией, с хорошим пляжем, с большими активностями, с хорошим номерным фондом. По-прежнему в регионе Фалераки. Отель Сентида Аполло Блу, 5 звезд, который предлагает All Inclusive. Пляж песчаный, и это хочется отметить, и я это вам отмечаю фотографией. Лежаки и зонты здесь будут платно. Вообще, как бы Сентида хорошая сеть, Аполло Блу – это отель 5 звезд с нормальной ценовой политикой, с великолепным питанием, ну и опять-таки Фалераки, размещение очень и очень хорошее. Esperas Palace Resort. Это отель, который тоже, как мы уже смотрели, входит в сеть Esperia
групп. Это фалераки. Это все фалераки. Здесь вообще в фалераках мы с вами должны помнить очень хорошие, длинные, широкие, песчаные, а иногда песчано-галечные пляжи. Этот отель Эсперес Палас реновирован в 17 году. Но это, безусловно, сразу такой классный козырь этого отеля. Здесь есть такая ленивая речка, вот левая фотография верхняя. Отель достаточно спокойный. И этот отель имеет очень высокий рейтинг среди отдыхающих, я об этом вам даже указываю, потому что, ну, как бы все сложилось. Локация – да, сервис – да, недавняя реновация – да, питание – прекрасное, завтрак и ужин. И когда у нас рядышком очень много таверн, потому что фалераки – это таверна на таверне, мы с вами можем попробовать во время обеда всякие греческие вкусняшки. То есть тут как и вот спокойствие, хотя это фалераки, достаточно спокойный отель, поэтому я бы его пометила обязательно. Я бы его пометила обязательно. Дальше. Отель 4 звезды обожаю, Калипсо Бич. 4 звезды в фалераках. Почему я люблю этот отель? Вы знаете, у него очень зеленая территория, раз. У него очень хороший пляж, два. У него очень много, скажите чего, очень много всевозможных программ анимационных для тех, кто любит активный отдых. Ну, и, в общем-то, до центра Фалерак 2 километра. Это хорошая четверка, которая, как и один из отелей, который я вам говорила, он очень востребован, хотя он большой, достаточно большой номерной фонд, но он очень востребован у наших с вами туристов, и здесь много репитеров. Поэтому отель Калипсо Бич, если вы знаете как бы ваших туристов, которые любят вот формат подобного отеля, нужно предлагать заранее. И не нужно надеяться, что в последнюю неделю отель будет ждать. Аполло Бич четверочка. Очень люблю этот отель Аполло Бич, потому что хорошая ценовая политика. Опять-таки, мы еще с вами в фалераках. Если мы говорим с вами про этот отель, то его реновация была в 2015 году. Поменяли сантехнику, что есть замечательно. Это сразу как бы дает впечатление такой новизны отеля. Ну, здесь есть очень много всего. На лежаке, на лужайках, причем лужайка огромная, очень много лежаков. И вот в данном случае зонты и лежаки здесь на лужайке будут фри, будут бесплатными. Туристы очень любят этот отель с точки зрения питания, потому что он предлагает безглютенное питание. Есть стол безглютенного питания. Ну, вы знаете, 21 век, наверное, где-то так с 2010, с 2015, с 2017 года, вот где-то в эти года не только Западная Европа, не только Америка, но и наша нынька Украина начинает понимать, что нужно правильно питаться. Жизнь так прекрасна, но для того, чтобы долго жить, оказалось, нужно правильно питаться. И вот введенное безглютенное питание для, как это, просвещенных, для осознанных людей, которые хотят правильно питаться, это очень важно. Поэтому у меня часто бывают запросы. Лиля, скажи, Лиля Елагина, если кто-то не знает, но вот я представляюсь с вами сегодня, Лиля Елагина. То я вам хочу сказать, что очень часто запросы: «Лиля, подскажи, пожалуйста, а безглютенное питание там на Крите, например, или на Родосе, какие предлагают отели?» То есть эти запросы есть. Поэтому будьте любезны, помните, пожалуйста, себе этот момент, чтобы знать. И причем, ну, в общем, и дальше помечайте. Это очень хорошая шпора. Вы делаете себе сейчас, сейчас делаете. Что еще хочу сказать? Ну, хочу сказать, что этот отель в фалераках, поэтому скучно не будет, вкусно уже будет, номерной фонд в хорошем положении, состоянии, пляж прекрасный. Люблю этот отель формата 4 звезды.
Следующий отель. Пегасас Бич. Вы знаете, у меня какая-то такая легкая перекличка между предыдущим отелем и Pegasus Beach есть. Они как-то чем-то похожи. Одна локация, это как бы раз. 4 звезды. Реновация здесь в 2016 году. Это прекрасный семейный отель. Прекрасный семейный отель. Знаете, вот и с партнерами, когда я говорю, и отзвуки от отдохнувших здесь туристов, вот я, конечно, всегда спрашиваю, что вам понравилось? Лиля, говорят мне, здесь такое классное питание, и качество продуктов все-таки. Знаете, есть некоторые, наверное, хотельеры, которые немножечко экономят на питание. Вот возьмут там, знаете, на евро дешевле, и как бы радуются. Выигрывают ли они это в перспективе, в глубине продаж, я не знаю, а вот слава у отеля Pegasus Beach, что здесь очень качественные продукты. Такая классная фишка, согласитесь. Классная фишка для меня, как для мамы, как для жены, как для себя любимой. Знаешь, качественные продукты, ха-ха, сказала я. Будьте любезны, заверните Pegasus Beach. Окей. Возможно, животными. Знаете, очень мало отелей, которые предполагают размещение животными. Да, есть определенный, как это, сегмент номеров, небольшой, где можно разместиться животными в этом отеле. В Фалераках я как-то больше и не помню, в каком отеле можно животными. Пусть у вас будет эта информация. Ой, подходим. Это моя любовь. Вот сейчас говорим про мою любовь. Грек-отель «Лакс Ми Дама Дама». Ха-ха-ха. Я думаю, что вы не знаете этого отеля. А вы знаете, потому что бывшая фамилия этого отеля – это экс-грек-отель «Лакс Ми Родос». Когда-то был Royal Rhodes, грек-отель Royal Rhodes, потом стал грек-отель Лаксми Родос. И вот в этом году, в 2021 году, мы имеем новое название грек-отель Лаксми Дама Дама. Окей. Что о нем говорить? О нем все сказано про этот отель. Это великолепный отель 4 звезды All Inclusive. Это регион Калитея, Фалераки. Ну, знаете, как бы, я даже не знаю точно. Вообще-то мне казалось, что это Фалераки, Калитея. В разных источниках по-разному пишут. Это когда, знаете, один курорт переходит в другой. Итак, вот посмотрите на этот отель сверху. Название супер, согласна. Посмотрите на этот отель сверху. Фотография не очень отражает, но отель очень зеленый. Очень зеленый. Я, когда опять-таки впервые здесь была и прогуливалась, вот эта лужайка, вот эта трава, которая везде, как персидский ковер, причем такой, знаете, с хорошим ворсом, ноги просто утопают в этой травке, и очень много зелени, и ты находишься в тени, часто в тени. Итак, первый плюс, первый бонус – очень зелено. Ну, главный бонус, в общем-то, грек-отель, потому что грек-отель – это для меня показатель качества. И вы знаете, вот когда я еду на Крит, там больше грек-отелей, чем на Родосе один, на Крите грек-отелей гораздо больше. Я сама себе иногда, дорогие коллеги, думаю, вы тоже, задаете себе вопрос, за что я люблю Крит? Например, ну, у меня несколько параметров, почему я люблю Крит, много параметров. Один из них, потому что там есть грек-отели, потому что там есть Амирантес, Кретопалас, потому что там есть Плаза Спа, потому что там есть Карамель, ну и дальше вы все прекрасно знаете. Для меня грек-отель – это знак качества. Для меня это отель, в который я отправляю своих родных, своих любимых, себя любимую, наших с вами уважаемых туристов. Мы, отправляя туристов в грек-отели, отправляем их качество. Ну вот смотрим на этих красоток, да, красивых, очаровательных, отдыхающих девушек и на эту пару. Мне кажется, что им очень хорошо. И мы смотрим, они находятся в такой красоте, да. В грек-отеле сложилось со всеми аспектами. Сервис изумительный по дизайну, как это красиво, как это неоднообразно, как это ярко и при этом яркость, которая не раздражает. Ну, в грек-отелях люблю все.
Ну вот, будьте любезны, пожалуйста, смотрите на номерной фонд. Смотрите на номерной фонд. Очень много реновации в этом отеле, не первый год, не второй, да? Тогда вы нас обманываете. Вы любите Пелопоннес. Я Пелопоннес, Сашенька, как и ты, обожаю. Пелопоннес обожаю. Но на Пелопоннесе я вам спою отдельную песню послезавтра. На Пелопоннесе всего лишь грек-отели раз, два, ну, три. На Крите больше. На Крите больше. Но не в количестве дела. Дело в фамилии. Фамилия грек-отель. Окей. Там объединили, Саш, сейчас два отеля, не четыре. Окей, значит, смотрите, номерной фонд очень хороший. Номерной фонд очень хороший, красивый. Мне тут, вот я захожу сюда, в эти номера, и мне радостно. Вот мне просто радостно, мне жизнерадостно. А когда я смотрю в панорамные окна и вижу зелень, о которой я вам уже заявила, мне радостно вдвойне. А когда я вижу си-вью в панорамном этом окне, мне радостно втройне. А когда я пойду в ресторан, я вообще буду радоваться не только я, но и мой желудок. Ну, вот про грек-отели как-то так. Ну, вот, вот как раз к слову, да, давайте отправимся с вами в кругосветное гастрономическое путешествие по отелю, о котором мы с вами говорим, да. Тут будет ресторан «Дама-дама», здесь будет азиатская кухня, здесь будет разные виды кухонь, вот я вам тут просто перечисляю, ну, кто хочет, опа, сделали фотографию, здесь будет много тематических вечеров, здесь будут тематические недели, здесь будет очень вкусно, здесь будет очень красиво, и здесь будут порции, которые вы сами себе положите, потому что, в общем-то, all inclusive, хотя в этом году, в этом сезоне, я думаю, что будет обслуживание, ну, будем смотреть. Я не буду думать за кого-то, мы будем с вами смотреть. Но all inclusive в этом отеле. Что касается питания, сплошной восторг. Но будьте любезны, посмотрите на этот пляж. Но к чему сейчас вообще, Юлечка, согласна с вами, лучше любой пятерки? Ну, я бы была более точная, не лучше любой пятерки, но это могла, этот отель 4 звезды вполне... Вполне мог бы быть отелем 5 звезд, тут я с вами абсолютно согласна. Вот к чему сейчас мои комментарии, когда мы смотрим на пляж? Когда пляж, ну просто художник как будто бы нарисовал. А эти красные зонты, я так мечтала когда-то. Знаете, в некоторых отелях на Крите, на Родосе, есть отели, где даже хорошие отели, но зонты такие потрёпанные. Думаю, ну вот такая классная фишка, как можно выделиться, как можно авторски выделиться, когда у тебя классный зонт красный. Думала я лет 10 назад. Вуаля! В нашем отеле «Грек-отеле» красные зонты. Классно? Да супер! Модно? Да! Стильно? Да супер! Ну а пляж посмотрите. Обожаю, обожаю этот отель. Ой, простите меня за такой резкий перепад. Значит, как-то там идет сразу две звезды, три. Вернусь-ка я. И вернусь, знаете, что я скажу? Что, конечно же, этот отель очень семейный. Он очень семейный, здесь очень много детских опций. Есть даже маленькая, ну не маленькая, а такая достаточно хорошая аквагорка. Но и опять-таки локация, когда к столице, к старому городу, ну совсем близко. Ну вот скажите мне, вдруг кто-то знает недостатки этого отеля? Напишите, хочу посмотреть. Думаю, что таких не найдется. Мы сейчас переходим с вами вот от этого такого, такой жемчужины из отелей, перейдем к дешевым отелям, которым нам тоже, как специалистам, нужно обязательно знать. Вуаля, отели 2 и 3 звезды. Ну, господа, знаете, как бы туристы есть разные. А может быть, туристы хотят вообще мало заплатить за проживание, но много заплатить за машину в аренду, за то, что будут брать много экскурсий, за то, что будут много путешествовать. Туристы разные, туристы разные. Давайте предложим нормальные и недорогие отели, дешевые отели. Вуаля, отель White Palace Studios. Находится в Полераках, уже первый плюс. К
классный регион. Пляж 400 метров, но турист, извините меня, понимает, что едет в отель 2 звезды. В отеле есть кухонный блок, можно пойти в супермаркет, вообще обожаю иногда отдыхать в апартаментах, пойти в супермаркет, как настоящая гречанка, взять это, то, прийти и уже приготовить для своей семьи прекрасный завтрак или ужин. Ну, на обед уж пойдем в таверну. Еще один дешевый отель, 2 звезды. Но эти отели, знаете, вот бывает, ну, плохо, вот, ну, очень плохо, нормальные. Но только турист должен понимать, что это формат 2 звезды. Пожалуйста, без претензий, без посягательств на 3, на 4, на 5 звезд. Не надо. Разные деньги. Следующий отель, тоже 2 звезды, находится в этом же регионе, состоит... Он более старый, чем White Palace, до пляжа 500 метров, до центра Фалерак, ну, рукой подать 700 метров, тоже есть кухонный уголок. Это есть как бы сильная сторона. Ну, сильная сторона этого отеля. Низкая цена для тех, кто хочет эконом-вариант, великолепная локация, пляж недалеко, кухонный уголок, ну и Фалераки. В общем, вы у меня уже очень грамотные, ну а те, кто продает не первый год Родос, ну вам даже не нужно об этом говорить, тут все как бы понятно. Поехали дальше. По крайней мере, у нас с вами есть дешевый вариант. Отель 3 звезды Цамбики Хотел, all inclusive. Очень зеленый отель и уютный. К пляжу 500 метров. Номера, которые Superior и Family, я бы обязательно на вашем месте записала, что они реновированы. Почему бы записала? Ну, знаете, как бы все-таки много туристов, да, вот в пятерке, в четверке, в мощные, сильные, и 100% туристов на самолете, ну, едет, наверное, процентов 40, а, ну, грубо пока говорю, а 60% все-таки это где-то эконом-вариант. Я могу ошибиться, плюс-минус 10, не в этом суть. Но нам с вами в нашем меню продаж нужно знать обязательно хорошие дешевые отели. Вот Самбика Хотел, хорошо. А если вы еще запомните, что Superior и Family, реновированные номера, да вам как специалисту, да вам как специалисту цены не будет, турист вас будет обожать. Пишет Алена про вход, про вход в море в грек-отелях, плохой вход. Но да, там есть неважные сегменты, не будем там ходить, и есть нормальные сегменты входа в море, и будем там входить. Следующий отель из эконом-вариантов, который тоже находится в Фалераках, мы пока еще в этом, все, в этом регионе, Stamos Hotel, 3 звезды. К пляжу вы видите 800 метров, при этом территория достаточно зеленая. Редкий случай, когда отели 3 звезды предлагают для деток возможность погонять футбол, и многие детки этим как бы пользуются. И по TripAdvisor этот отель оценен в 4 балла. Ну вот, сколько там я вам дала, 4-5 недорогих отелей для проживания на Родосе. И потом еще добавлю. В Калифея, так называется этот регион, он перед Фалераки, если мы едем с севера, Eden Rock Resort Hotel and Bungalows. 4 звезды, all inclusive. Очень люблю этот отель. Когда-то он был таким староватым, ну, немножко страшновато было продавать, и как-то можно было, как это, ошибиться. Прошла реновация, поэтому отель востребован. Смотрите номерной фонд, посмотрите, какой дизайн номера, посмотрите на текстиль, посмотрите, как это уютно и мило. Пляж вы тоже видите, регион вы понимаете, что он просто прекрасный. В этом отеле достаточно много анимационных программ. Да, Юлечка, правильно вы пишете. И в этом отеле... очень хорошее питание. В этом отеле очень хорошее питание. Поэтому отель 4 формата, 4 звезды, all inclusive, вот этот отель Eden Rock Resort Hotel and Bungalows, я бы в наш с вами список внесла обязательно. Я, если говорить вот обо мне, я люблю продавать эту четверку. Люблю продавать, потому что туристы очень и очень довольны. Значит, мы с вами... все-таки в Калифее, это рядышком с Фалераками, я вам сейчас скажу про отель 5 звезд. Elysium Resort and Spa, 5 звезд.
Вы знаете, что знают коллеги, которые этот отель продают не первый, не второй, не третий, не четвертый год? Когда-то, когда отель был построен, а он был построен где-то вот в 2009 году, там было мало зелени. Сейчас зелени больше. И этот отель боялись, ну не то, что боялись, но продавали с оговоркой, что не зеленый. Вот сейчас в этом отеле очень хорошая территория. Здесь не будет высотных деревьев, но здесь так много кустов, здесь так много цветов, здесь так красиво, уютно вот от этой флористики, которую делают хотельеры, что вот эта часть, которая была таким как бы слабым звеном, я бы ее убрала. Вообще отель прекрасен. Прекрасен этот отель. Здесь будет очень хороший пляж. Да? Здесь будет очень хорошее питание, здесь очень хороший номерной фонд. Для ваших VIP-туристов в одном из корпусов, а там несколько корпусов, есть элит номера. Они в названии типов номеров так и будут, там элит, такой-то номер. Да? Вот эти элит номера, они имеют дополнительные услуги. Кофемашина. Приятно? Да, очень приятно. Уборка два раза. Очень как бы элитно. Ежедневное пополнение воды. Мелочь, а приятно. Подготовка номера ко сну, когда вам будет положен какой-то маленький-маленький приятный сувенир. Меню подушек. Да, то есть подушки вы можете выбирать, потому что есть капризные, кому вот нужна только подушка с косточками из вишен. Да ради бога, вот вам и меню подушек. Здесь для типов номеров, которые элит номера, здесь будет своя рецепция, свои напитки, фрукты в течение дня. Вот этот отель Elysium Resort and Spa, спа здесь прекрасный, из пятерок в районе, который находится близко к Фалеракам. Ну вот Калитея, лежаки платные, должны быть бесплатные. Лежаки бесплатные. Вот Фалераки, они находятся приблизительно 2-3 километра от Калифеи, где находится вот этот отель, который Elysium. Окей, поехали дальше. Такая классненькая пятерка, милая и уютная. Атриум Палас Таласо Спа энд Виллас, 5 звезд. Когда я вам говорила про отель Атриум Платинум, который находится на севере, ну, такое севера, на севере все-таки, да, я говорила, что есть три атриума. На севере, на юге и вот на середине острова, восточной части. Атриум Палас Таласо. Очень люблю этот отель. Просто очень люблю. Любовь у меня возникла к этому отелю давно и покорила сразу территория. Очень зеленая. Просто территория покоряет сердце отпускника. Территория покоряет сердце отдыхающего. Это первое, что хорошо. Второе, в этом отеле разные типы питания. Опять-таки, берешь bed and breakfast и ездишь по тавернам. Эта опция есть. Пожалуйста, half board, пожалуйста, full board и даже premium all. То есть на любого туриста по питанию мы удовлетворим. Далеко ли до Родоса? 42 километра. Ну, что такое 42 километра? Как бы ни о чем. Тем более, что кроме того, что есть рядышком автобусная остановка, уважаемые коллеги, ну, тысячу раз мы с вами это знаем, но давайте в этом году повторим о том, что целый год мы с вами, в общем-то, не общались, так сложилось. Давайте мы с вами поговорим о том, что когда мы говорим про отдых наших с вами туристов в Греции, то вы, как специалисты, менеджеры, мы все друг другу говорим о том, что машина в аренду – это то, что доктор прописал. В Греции взять машину в аренду – это как это адаптировать свой отдых на несколько параметров. Как много возможностей увидеть красоты, когда машина варится. Как много возможностей заехать в какую-то затерявшуюся таверну, чтобы вкусно покушать. Как много возможностей увидеть какие-то такие, знаете, бухточки, которые находятся в каких-то таких вот потаенных местах. Машина в аренду – это наше все, да, для туристов. Значит, в Атриуме Палас у нас с вами, кроме main building, есть еще большое количество, а именно 19 вилл. У нас с вами есть 19 вилл. Пляж галечный, и вот я вам специально показываю фотографию. Галечный пляж.
а это значит чистейшее море. И вообще я вам хочу сказать, что вот для такого уровня отелей, которым является отель «Атриум Палас Таласо», центр спа великолепный. Кстати, собачек тут можно размещать. Но это такая маленькая врезка, которая иногда экономит огромное количество вашего времени. Если знаешь, хочу сказать, что вот для отелей 5 звезд «Атриум Палас» имеет хорошую стоимость. Имеет хорошую стоимость. И вот в разговоре с туристами, уважаемыми нашими туристами, я бы этот момент, в общем-то, обязательно проговорила, что потенциально этот отель стоит даже дороже за все свои заслуги. Ну и, естественно, сравниваем ценовую политику отелей 5 звезд и как бы там уже что делаем. Да что делаем? Имеем диалог с туристами. Сейчас мы с вами, дорогие мои коллеги, опустимся немножечко на юг по восточному побережью, по Средиземноморью, опустимся на юг в регион, который называется Колумбия. Колумбия. И знаете, тут есть один такой классный, неординарный, необычный отель со своим лицом. Он называется Casa Cook Rodas 5 звезд. Вот если мы говорим про этот отель, я бы выбрала по графам, по колонкам уединенный отель. Это реально уединенный отель, рядышком как бы особо ничего и нету. А до старого города у нас 30 километров. Отель из поколения новых, 15-16 года. Отель only for adult. Заполняем графы в разных позициях. Я как учительница все хочу, чтобы вы все запомнили, и чтобы вы к концу нашего вебинара были вооружены по знаниям по Родос, по Греции. Да? Значит, смотрите, отель only for adult. До 16 лет деток тут нету. Здесь вообще как бы концепция этого отеля, которую, как это провозглашает и промотирует руководство отеля, лозунг, слоган «Мы все друзья». И вот в этом отеле ты приезжаешь, и вот эта атмосфера, что тебя здесь ждут, что здесь, в общем-то, жили и живут твои друзья, вот это в атмосфере просто читается. Читается в маленьких нюансах. Официанты здесь не будут там вот с бабочкой, знаете, а официанты будут в футболках. Да все просто, да не напрягаемся. Да, отель шикарный, да, отель классный, не напрягаемся. Мы с вами отдыхаем. Здесь ничего не запрещается. Здесь можно все, что угодно. Мы все друзья, мы все понимаем. Селяви. Селяви, которая прекрасна, и в конце концов в отпуске я могу себе позволить все, что хочу. Знаете, вот здесь можно, как это, удовлетворить любой каприз. Мы вообще-то, когда в отпуске, мы так хотим удовлетворять свои капризы, правда? Господи, знаете, как бы турист говорит, вы знаете, у вас такая классная кровать, у вас такая классная кровать, позвольте я ее куплю. Понимаете? Вот как-то вплоть до этого, вплоть до того, что мне что-то понравилось, и я хочу купить кровать. Ну, смешно? Вы знаете, как бы нет. Вот как бы нет. Вот все, что хочется, не запрещено. Значит, ну, мы как бы уединенный отель. Здесь можно себе позволить все-таки опять-таки заняться своей спортивной формой. Аренда велосипеда здесь очень и очень практикуется отдыхающими, 10 евро это стоит. Вот. И будьте любезны, вы за неделю, да, на велосипеде. Ну, короче, дальше нарисуете себе картину маслом. Пляж здесь не первая линия, 450 метров, но далеко ли это? Ну, у каждого далеко по-своему. Это как стакан наполовину полный. Ну и важный момент, который нужно сказать, что все номера с бассейном. Вот такая концепция этого отеля. Вот такая концепция этого отеля. Он работает на питании Half Board.
Вот, поэтому имейте в ассортименте ваше меню и такой характер отеля. Я бы его обязательно пометила, туристы от него балдеют. Туристы от этого отеля балдеют. Знаете, мы сейчас с вами уже в районе Линдоса. Помните, мы приближаемся к югу. Ну, не совсем к югу, но уже так опускаемся к югу по восточному побережью. Линдос Империал Резорт энд Спа 5 звезд All Inclusive. Знаете, отель тоже как бы такой несколько отдельно стоящий. Вообще-то не отель, это целый город. Это такой огромный город, и в этом городе, который отдельно стоящий, конечно же, питание будет только All Inclusive. Но по питанию здесь будет все великолепно и прекрасно. Отель достаточно зеленый. Вот, и отель имеет большую территорию, поэтому вот этой шумихи, хотя отель огромный, как город, да, здесь этого не будет, здесь все рассредотачиваются. Отель для тех туристов, которые говорят, по питанию какому? All inclusive. Окей. Так, чтобы рядышком не было никакой шумихи, мы хотим быть где-то там в отдалении. И вообще, мы были уже на Родосе, мы очень любим регион Линдоса, вот куда-то нам туда. И еще хотим, чтобы были горки, потому что мы едем с детьми. Пожалуйста, вот вам отель Линдос Империал Резорт. Очень хорошее питание, активный отель, здесь сильная детская концепция, то есть это семейный отель, здесь будет много анимации, здесь будет, как и в предыдущем отеле, аренда велосипедов 10 евро. Вот, и здесь как бы вы можете удовлетворить свои возможности, способности и желания спортивные. Промо-рум. Но я уже вам говорила, для тех из нас, кто новички, промо-рум – это всегда рекламная акция отеля. Это всегда заниженная стоимость по сравнению с другими номерами. Ну, а в принципе, это номера в данном отеле, которые соответствуют категории стандарт рум гарден вью. С видом, да, в сад. И, простите, да, Garden View с видом в сад. Ну и, в общем-то, здесь максимальное размещение 2 человека, 25 метров квадратных. Ну, метраж очень хороший для промо-рум, очень хороший. Ну и помечаем себе, что это отель очень семейный, очень и очень семейный. Атриум Престиж Таласо Спа Резорт энд Виллас. Третий атриум. Акцентировала уже дважды ваше внимание, что здесь три атриума. Вот этот атриум Престиж и само название Престиж уже подсказывает, что это отель для VIP-туристов. И он реально для VIP-туристов. Он находится очень близко к городу Линдос. Очень близко к городу Линдос. Это как бы первое. Здесь зеленая территория. Здесь до Прасаниси, вот помните, я вам говорила, южная точка, там, где слияние морей и там, где серфинг. Всего лишь 18 километров. Это отель, который, в общем-то, из новых. Я сейчас боюсь ошибиться, но мне кажется, ему еще 10 лет нету. Ему где-то лет 8, наверное, этому отелю. Он очень стильный. Здесь очень много современных моментов, которые используются среди хотельеров. Здесь очень хороший дизайн номеров. Здесь очень хорошая планировка, так чуть-чуть по возвышенности, с потрясающим видом на верхних как бы площадках, с потрясающим видом на Средиземное море. Здесь важный момент, что за доплату возможна замена ужина на обед, да, этот момент, и можно поменять ужин даже в ресторан а-ля карт. Но это классная опция, потому что у меня освобождается ужин, и я поеду, например, в Линдос, где в каком-то в классной таверне поужинаю. Знаете, как бы отель достаточно как бы стильный и очень продуманный. Здесь очень часто бывают свадебные церемонии. Ну, свадебные церемонии делают в красивых отелях. Вообще здесь пять линий, да, и эти линии так немножечко повозвышающие. Бунгало дальше всего от пляжа. Этот момент вам нужно с вами знать. Песчано-галечный пляж.
песчано-галечный пляж. Отель очень достойный. Опять-таки у нас не было с вами, уважаемые коллеги, наши агенты, у нас не было людей, которые были бы недовольны этим отелем. У него как-то так вот все сложилось, все сектора, необходимые для наших туристов, все сложилось на 5 баллов, на 5 делакс, скажем даже так, на 5 делакс. Следующий отель – Lindian Village. Он постарше. Это тоже отель 5 звезд. Это отель 5 звезд. Он к Линдосу находится гораздо ближе, всего лишь 4 километра. А Линдос – это такой крупный город, очень красивый, очень такой… Ну, сейчас дойдем до этого города. Значит, этот отель Lindian Village – only for adult. Завтрак и ужин. Ужины тематические. Отель, знаете, он такой в виде критской деревни, но деревни такой очень состоятельной, деревни, в которой живут состоятельные греки. Украшает территорию этого отеля зелень, украшает территорию этого отеля, конечно, вот эта ленивая река. Для VIP-туристов у нас с вами есть такой отдельный сектор, который был достроен позже, через несколько лет, как появился Lindian Village сам по себе отель, и это сектор с номерами, который называется Aman Rooms. Опять-таки, когда вы будете читать типы номеров, то там, где Aman Rooms, это вы будете понимать, что это повышенная комфортность номера для ваших VIP-туристов. Пляж галька, вход в море и сам пляж, и вход в море – галька. На пляже у нас с вами будут, знаете, вот они называют кабаны, ну, мы еще иногда называем, как же это мы называем, ну, шатры. Короче, шатры на пляже, они бесплатные, но их не под 100% отдыхающих туристов, их не очень много. Ну вот посмотрите, вот с самого верха, верхний правый угол, значит, я вам хочу сказать, что это самый дешевый тип номера. Он очень уютный, он очень приятный, он очень такой как бы зеленый цвет, который успокаивает. Ну то есть, знаете, в этом отеле продуманы нюансы, детали, все моменты во благо отдыха туристов. А вот нижняя фотография слева, вот это типы номеров Aman Rooms. Итак, это такая настоящая, колоритная, самобытная пятерка с хорошим сервисом, с красивой территорией. И хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что если мы говорим про старый город, то старый город здесь, наверное, километров, ну, могу ошибиться, там, ну, 50, может быть, 50, наверное, где-то километров 50. Но до Линдоса 4 километра. Вот и выход из положения для тех, кто хочет потусить вечером. Сейчас вам предложу еще один отель Only for Adult. Кстати, на Родосе таких отелей очень высокого уровня только для взрослых, ну, достаточно много. Вот даже в этом семинаре я вам называю уже не первый отель этого формата Only for Adult. Он называется Aqua Grand Exclusive Deluxe Resort and Spa. Ну, пометьте его, пожалуйста, в пятерке, пометьте его, пожалуйста, в отеле Only for Adult. Ну и отель, который обожают наши с вами туристы. Просто обожают. Знаете, в нем так красиво, и я хотела все найти себе какой-то... Вот чувствую, ну хорошо, но вот чувствую, как много вкуса, вот чувствую, вот отель как-то вот выбивается. Думаю, в чем дело? Общаюсь с General, общаюсь, короче, с обслуживающим персоналом, и мне говорят, ты понимаешь, хозяева-архитекторы. Все, пазды сошлись, я поняла, почему здесь так классно. Ну, потому что, как бы, жена дизайнер, хозяева-архитекторы, ну, они уж, как бы, свое дитя постарались красиво одеть, красиво обуть, стильно, модно и так дальше. Здесь будет очень красивая бухта, скалы. Вот в этом отеле нет хорошего захода в море, поэтому будет заход в море через
Пантон. Пугает это? Да не пугает это. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Это не проблема. Здесь хочу вам сказать, что в этом отеле очень много туристов Западной Европы. Знаете, у нас есть с вами, дорогие друзья, у нас с вами есть и такие как бы запросы, чтобы было много иностранцев. Кто-то хочет английский усовершенствовать, у кого-то еще какие-то мотивы. У каждого свои мотивы, но запрос есть, и я вам на этот запрос даю ответ. Много туристов из Западной Европы. So, не только русский, не только украинские языки, но и языки английский, французский, испанский. Отель зеленый. То есть в нем все сложилось. В нем все сложилось. Аквагранд, прекрасный отель. Он 2009 года, ему вот уже 10 почти что, даже больше, чем 10 лет. Любимчик. Любимчик среди публики этого формата. Господа, мы скоро с вами будем заканчивать, поэтому обороты не сбавляем, ладно? Rhodes Princess Beach, 4 звезды, all inclusive в Киотаре. Это южнее Линдоса. Киотаре, южнее Линдоса. 3 года назад была реновация. Смотрим на картинку, понимаем, что отель, в общем-то, рядышком с ним что-то будет, но вот такой активности особой нет. Поэтому здесь и all inclusive. До Линдоса 15 километров, недалеко. До старого города 58 километров. К пляжу нужно будет пройтись, причем через дорогу пройти, и пляж у нас с вами будет песчаный, галечный, и там даже нужно будет пройти немножечко по ступенькам. Эко-рум, которая имеет место здесь быть, она через дорогу. Вообще в этом отеле, который, в общем-то, далеко от основных экскурсионных программ, вдали от порта, в этом отеле должно быть много развлечений для того, чтобы турист, находясь вот в рамках отеля, не заскучал. Спортивных развлечений здесь очень и очень много. Этот отель прекрасен для семейного отдыха. Ну, еще один отель я вам дам. Просто думала вначале не давать этот отель, но он настолько хорош. Отель из формата Only for Adult. Да, опять-таки, 16 лет. Не могла не дать, потому что это слишком классный продукт, чтобы о нем не знать. My Exclusive Hotel and Spa. Он в Киотаре находится, и он 18 года. Ну, наши, понимаете, как бы у нас с вами должна быть еще и графа «Новые отели». Ну вот, отель 18 года. Отель Only for Adult. То есть... Для определенной категории туристов, безусловно, это очень и очень подходящий отель. Здесь это отель релакс, это отель спокойный. Здесь будет спа, который будет вас умиротворять, причем спа один из лучших на Родосе. Здесь будет у вас бесплатный ваучер на массаж, и это тоже очень приятно. Здесь неограниченное количество посещения а-ля-карт ресторанов. Здесь включены международные напитки, которые так любит наша публика, которые якобы на дурнычку, ну это, в общем-то, премиум all-inclusive, заплатили заранее, а пить уже можем... Сколько захотим, даже больше, чем заплатили, казалось бы, да? Вот, ну, нам нужно с вами знать, что здесь есть ступеньки, поэтому, опять-таки, публика, которая хочет отдохнуть, но больные ноги, учитываем все, потому что в нашей работе важно учитывать нюансы, а все остальное, ну, как бы само по себе приложится. Номера в этом отеле с повышенной комфортностью, есть бассейн и вид на море. Зелени в этом отеле, ну, почти что нету. Отель из новых, 18-й год, за 2 года зелень не успела вырасти. Поэтому, да, это факт, как бы имеет место быть, но опять-таки не рассматриваем его как недостаток. Пляж галечный через дорогу. Отель стильный, модный, современный, вкусный, с великолепным питанием. И для взрослых. Здесь не будет плача, крика, смеха детей.
Вы знаете, по отельной базе, дорогие мои коллеги, можно говорить еще больше. Но я не смею вас обременять. Телефонные звонки никто не отменял, звоните, мы все с вами обсудим любой вариант. Но если мы с вами отталкиваемся, что у нас по Родосу есть 5 классных отелей 5 звезд, есть 5 классных отелей 4 звезды, есть 5 классных отелей 3 звезды, причем у нас есть разные типы питания, причем у нас есть разные характеры отелей, спокойные, только для взрослых, семейные, для молодоженов и так дальше, если мы от этого оттолкнемся, то в принципе даже этого вебинара, если вы все записали, у вас есть такой прекрасный кейс, который поможет вам, ну хоть сегодня, начать продавать Родос, если вы не продавали его ранее. Ну, еще буквально, как это, парочку моментов. Я говорила вам про город Линдос, я сейчас его вам покажу, потому что он, ну, очень хорош. Белый город называют этот город. Вот эта девушка как раз смотрит на город Линдос. Вверху вы видите какая-то, что-то такая крепость, какое-то сооружение, сейчас скажу, какое, вообще-то это Акрополь. Это второй по значимости Акрополь Греции. Первый Акрополь – это Афины, да, а второй Акрополь – это здесь, на Родосе, в Линдосе. И под этим Акрополем вот этот белоснежный город подходит к стопам Акрополя, и он такой весь из себя белоснежный. Вот эта фотография, не могу ее вам не показать, это бухта Святого Павла. Бухта Святого Павла, я вам хочу сказать, что он здесь был на Родосе, когда совершал свою евангелизацию в 43-м году до нашей эры. И вот эта бухта в честь этого события, она и носит его имя. Здесь не видно, есть еще маленькая, чудеснейшая, прекраснейшая церквушка, которая тоже носит имя Святого Павла. Сюда очень любят приезжать туристы, это очень колоритное, очень красивое, очень историчное место. Ну вот вам еще вид этой бухты, посмотрите, пожалуйста, вы видите пляжную полосу, сюда приезжают туристы, чтобы загорать, близко подходящий город Линдос, а вот здесь на первом плане как раз вот сам Акрополь, куда нужно, безусловно, подняться, да, нужно подняться и здесь вверху увидеть то, что нам оставила античность. Помните, я с вами, когда мы начинали вебинар, я вам сказала, что Родос – это тот остров, где мы с вами можем прикоснуться к античности, к средневековью, к османскому периоду, к итальянскому. Сейчас я вам покажу, наверное, немножечко и итальянского периода, но вот этот Акрополь. Ну вот, вот эта прелестная девочка, это наша туристка, которая смотрит сверху с Акрополя на этот город Линдос. А на второй фотографии она в восторге от открывающихся видов на эту бухту Святого Павла, который был здесь в 43-м году до нашей эры. Родос прекрасен, прекрасен в своей античности, в своем средневековье, в своем сегодняшнем дне. Вот вам город Линдос, да, который находится у подножья Акрополя. Белый город, он такой красивый, здесь такие классные магазины, здесь такие классные сувениры, здесь такие классные таверны в этом Линдосе. Вот экскурсия сюда, ну просто must. Она должна быть обязательно, эта экскурсия в Линдос. Вы знаете, весь Линдос вот покрыт вот такими вот полами, хохлаки называется. Но это не полы, это выложенная, и это не плитка, это выложенная из маленьких камушков, ребром поставленных камушков, вот такие вот панно. И эти панно не на стенах, эти панно, по которым вы будете проходить, это так украшает этот город Линдос, вот эти хохлаки, это придает такое какое-то очарование. Обожаю Линдос, ну вот обожнюю. Знаете, я вам вот эту скульптуру показала, потому что мы с вами грамотные. Мы с вами говорили на предыдущем вебинаре о мраморе Патмоса. Так вот, вот эта статуя, вернее статуя,
Никосом Афракийская, сделана из этого потрясающего мрамора, с которого сделана и Венера Милосская, да? И Венера Милосская. Так вот, эта статуя сделана родосскими мастерами до нашей эры. Ну, мы помним, что Никосом Афракийская, она сейчас находится во Франции, в Лувре. Ну, просто, что родосцы приложили свои руки. Очаровательное место – долина бабочек. Июнь, июль месяц. Здесь тысячи бабочек, которые так украшают эту долину. Ну, сюда нужно приехать с детками, чтобы увидеть это прекрасное чудо природы. То есть это имеет место быть, и это очень красиво, и не везде это встретишь. Я почти что заканчиваю, дайте мне еще 4 минуты. Одна из экскурсий, которая показана, друзья, чтобы украсить отдых ваших туристов. Это морская экскурсия к острову Симий, к этому острову архипелага Додеканес. Один из 12 островов, остров Симий. 25 километров от Родоса. Морская экскурсия. Нужно сюда приехать? Да, обязательно. И я вам сейчас скажу, Родос, надо ехать, правильно, надо ехать. Окей, значит, знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, друзья, что на Симий нужно ехать обязательно. Вот помните, мы с вами говорили про Кикладские острова, которые белые с голубым, а тут вы выходите с корабля, спускаетесь с корабля, и перед вами такая картина маслом. Сейчас я вам ее покажу, она очень красивая. Этот остров Симий, он будет, как это, сейчас я вам скажу, он у вас вызовет, у ваших туристов, новые инсайты, новые откровения. Это очень веселый, очень разноцветный, очень яркий, очень апельсиновый и очень удивительный остров. Ну вот смотрите, вот вот я вам тут пишу, мы понимаем, что это не Киклады. Да, Киклады – это совсем другие одежды. А здесь все такое яркое, все такое жизнеутверждающее. Но Киклады ничем не хуже. У него просто другие одежды. И когда ты спускаешься с корабля, с лайнера, и на тебя вот так вот наваливается вот эта архитектура, вначале прямо чуть-чуть так рябит в глазах, типа, что то есть, что это такое? Понимаешь, не понимая, что это такое, а это просто красота. Посмотрите, ну посмотрите, как здесь классно, прогуляться по набережной, как здесь классно просто поплавать, если взял купальник, как здесь классно посидеть, покушать в тавернах, как здесь красиво и умиротворенно. Эта экскурсия стоит того, чтобы потратить этот день на что-то новое во время ваших вакаций. Ну, знаете, я как бы сама люблю поесть, поэтому я не могу не сказать, про зрелище мы уже поговорили, вот два слова, 4 кадра, 4 слайда, немножечко про хлеб. Ну, в смысле про хлеб, хлеба и зрелищ. Вообще, обожаю греческую кухню, обожаю греческую баранину. Мне кажется, что ничего вкуснее в этом мире вообще никто не приготовил, даже французы. Мне кажется, что очень трудно найти блюдо, которое может быть вкуснее, чем баранина, приготовленная греками. Это как бы раз. Вот если кто-то хочет поспорить, со мной не получится, потому что... Ну, я вас, если кто-то начнет спорить, поехали вместе, я вас отведу в те таверны, где просто хочется остаться навсегда. Это очень вкусно. Но, может быть, с греческой, как это по-русски, с греческой бараниной могут поспорить улитки по-гречески в оливковом масле. Да с лимоном, да с розмарином, господа. Наверное, это number one for me блюдо в греческой кухне. Если кто-то... Ну, в общем, короче, улитки по-гречески, вот именно с оливковым маслом и именно с розмарином и лимоном, ну, знаете, ну вот запишите. Вот запишите и попробуйте. Я уверена, что кто-то из вас ко мне перезвонит и скажет: «Лиля, как же ты была права! Лиля, я тебя слушал и всегда буду слушаться, потому что у нас с тобой совпадают гастрономические вкусы». Ну, например, вот Ирочка пишет, что остров действительно стоит посетить, обязательно объехать его на машине. Да, Симий – это такая сказочка. Знаете, это такая сказка для взрослых. Сказка для взрослых. Ну вот на этой красивой ноте «Сказка для взрослых» я вас, уважаемые мои коллеги, благодарю. С любовью, компания Travel Professional Group. И, конечно же, я опять-таки
Да, спасибо вам большое за ваши красивые слова, я тоже вас очень благодарю, и мы будем вам признательны, мы будем вам признательны, дорогие мои коллеги, если вы будете у нас бронировать, я думаю, что все-таки в ближайшее время мы уже услышим положительную информацию. Мы все ждем, мы все живем этим, мы все хотим, потому что прожить год, сезон без Греции, ну это тяжело просто для организма, это просто тяжело. Ну и последняя страница, все наши, как бы, что, чего, ну, ссылки, да, на наши соцсети. Пожалуйста, телефоны, пожалуйста, адреса. Благодарю вас, я вас, спасибо вам большое за хорошие слова. Появилась замечательная шпаргалка. Боже мой, вот минуточку. Девочка Люда, боже, какая вы прелесть. Люда, спасибо вам большое. Вы составили, насколько я поняла, позвоните ко мне. Меня Лиля зовут. Позвоните ко мне, Люд, поболтаем с вами. Я с удовольствием поболтаю. Все. Всего доброго. Мы ждем ваших бронировок. Спасибо. И, дорогие друзья, послезавтра у нас с вами будет, мы продолжаем серию наших вебинаров, мы будем говорить... Спасибо вам большое, боже мой, какие вы молодцы. Я вижу просто, как вы соскучились за Грецией. Я вижу, как вы соскучились за Грецией, и просто так много телефонных звонков. Ну когда, ну когда, ну когда? Туристы звонят, туристы спрашивают. Это правда, это правда. Послезавтра мы с вами встретимся, и у нас будет вебинар по Пелопоннесу, который, как сказал Саша, я обожаю Пелопоннес в том числе, как всю Грецию. Все, спасибо вам за ваше терпение, всего доброго, хорошего дня, хорошего настроения. Мы тоже вышли. Светочка, звоните. Звоните. Вот все, кто написал, звоните. 050-280-1212. Позвоните. Буду только рада. Все, я заканчиваю. Пока-пока.